Мне, конечно, интересно кое-что. Как бы здесь за жопу не взяли за музыку. Давай, классик. О, Дэнди, здравствуй. Юконцик, вот F. F стрелять. А. Значит, у нас есть очередь, есть одиночка. Как интересно. Так, здесь у нас что? Ага, понятно. Два трека есть. Круто. Да ты там хуже, чтобы я пошел. Тренажерка типа, но мы не можем позаниматься. У нас есть такая батва какая-то. А, это мы занимаемся спортом. О-о-о. Теперь нас не выпускают еще вдобавок. Короче, дело было к ночи. Так, use and defense ability with space. Угу, cool. Music 3 unlocked, да мне это вообще не интересует. В туалет даже зайти не могу. Угу. Везде музыку мы только можем. Ага. Так, мы в полицейском типа участке. Enemy files. Понятно. Играем то ли за мента, то ли фиг пойми. Ну, посмотрим давай. Боевочку тут. Поехали. И как мы тут поедем? Ну. Ух ты, ё. Кажется, я помер. Так, нам надо поставить очередь. Ага. Тут очередь не поставлена. А, тут еще и рандомные уровни, как любопытно. Понятненько. Ну, за рандом, конечно, спасибо. Мы еще с бедных этих грабителей бабло собираем. Ну, у меня есть игры подобного жанра, там и графически они лучше. Должен сказать.
Ага. То, что деньги исчезают, конечно, мне не очень нравится. Нам еще показывают, куда идти. Ух ты, ё. Ну, слушай, такая прикольная игрушечка. Но есть, если честно, намного лучше. А, так это одинаковое еще оружие. Блин, отстойно, конечно, ну ладно. Спекся на работе. Ой, не, ну вообще игра, если вы хотите... А, смотри, кофе пьет. Вспомнить старые добрые денди. Не, вот это вот подойдет, честно скажу. Так, вот в принципе игру я знаю намного больше, намного лучше. С РПГ-составляющей, с рандомными генерациями. Но, в принципе, вот это вот тоже веселая такая игрушечка. И простенькая, и весело. На этом, в принципе, я закончу. Здесь и так все понятно. Довольно приятно сделано.